Приветствую всех любителей активного отдыха в Ханты-Мансийске. Сегодня неожиданная оттепель, всего минус 4, сегодня 24 декабря. И мы, соответственно, отправляемся искать свое рыбацкое счастье на озерах Хмао-Югры. Всем приятного просмотра, надеюсь, будет очень интересно. Не успели чуть начало заснять, но в общем первая поклевка. ЖП есть. Серега молодец. Вот такие на дохлого живца, если это можно так назвать. На мертвеца, короче. Сундук мертвеца. Ну покажи нам ее, потом доставай. О! Красавчик. Вообще красавчик. Что, двушка, наверное. Ну, 2400, я вижу. Так, у нас тут окуни, уже признаки жизни тоже подали. Пока что-то вяло. Холостая. Ну все, короче, разведку провели. Начинаем ловить. Неожиданная поклевка. Вот такая щука. На удочку, на балансир. Пока клюет слабо, но... В принципе, это ожидаемо, очень сильный слом погоды. Ничего страшного, будем дальше искать. Ну и получать удовольствие от единения с природой. Поймал еще следом за щучкой вот такого хорошего окуня. Но пока вот единичный. Сейчас пойду погреюсь в палатке, перекушу и поищу еще интересные места. Пошел сильный снег, и просто посмотрите, нет практически никаких границ, просто все белая каша, небо, земля, никакого горизонта практически не видно, и только вон там вдали виднеется фара от снегохода, и можно что-то еще разглядеть немножко. Очень быстро все меняется. Сработала жерлица, но у меня, к сожалению, села батарейка на экшен камере. Сейчас надо поменять. В общем, попался вот такой кунечек. Ну, вполне себе съедобный. Так, ну что, надо спасать карася, пока он еще живой. В общем, рыбачим. Все хорошо. Несмотря на такую погоду. Чудесная таежная ночь. А мы возвращаемся. В машине будем спать в УАЗе сегодня. Ребята вот тут в палатке значит. Романтика! Итак, мы должны были спать в УАЗике. Но у нас сегодня VIP-апартаменты. Очень гостеприимные деревенские люди. Нам сказали, ребята, у нас есть для вас VIP-гараж. И это просто прекрасно. Сейчас сделаем еще тепло. И все. Будем ночевать в комфорте. Время 2:30 ночи. Вышел немножко подышать. Чуть не спится. Хочу сказать вам, что здесь в деревне живут просто потрясающие люди. Очень добрые, отзывчивые. И это прям очень-очень радует. А на улице тем временем, вы не поверите, но все немножечко даже тает с крыши. Только что сползает снег со школы. Температура стремится к нулю. Вот это неожиданно для Ханты-Мансийска в конце декабря.
Пойду еще подремлю часика три. День второй. Окунь поклевывает, вяленько, конечно. Но в целом мы довольны. Вот она. Красавчик. Так, обед второго дня. Здесь у нас недомерных ебонька от души побежал за жерлицей, которая чуть в лунку прилетела. Пойдемте смотреть, что же там крутит, вертит. Это я понимаю, бузатик. Так, давайте-ка мы его сразу же в прямом эфире оценим. Эх, взять его красиво-то. Ну что, очень даже солидно. Ложечка как минимум. Ну что, я все вовремя заснял. Кто молодец? Я молодец. Дальше. Не знаю, сколько камеры передаст, но одной лунки друг за другом поймал и совершенно разные породы. Один желтый, другой белый. Прикольно. Пока воевали там с окунями, тут жерлицы работали, щучки там еще одна небольшие, правда, тем не менее, здесь какой-то монстр разогнул карабин. Карабин, правда, не самого высокого качества был, но тем не менее. Так что рыбалка удалась, я считаю. И окунь, и щука, есть все. Собираемся потихонечку. Так, рыбалка окончена. Весь мусор собран. Остались только рыбки и птички поступили. И уголь вот там. И все. Выдвигаемся к машинам. Заехали в деревенский магазин, купили только что испеченный горячий хлеб. А тут, ребят, смотрите, какая беда. Там горит гараж. Да уж. Не позавидуешь.